купаться в такой грязи как-то не хочется. Самый важный вопрос. Есть ли медузы на Азовском море? 10 метров иду, 20 метров иду, 30 иду, и никак глубины нет. Идем мыть собаку, у нас мыло с собой. С нами нормально все, все нормально, молодец. Все. Ты ее посади тут. Все нормально, куда ты пошла? Так ей же нравилось там сидеть. Ага, там нету ничего. Садись, Мишка, ой, малышка. Мишечка. Все, на море. Едем на море. Сегодня мы едем на Азовское море, но не одни, мы едем с собаками на какие-нибудь дикие пляжи, поэтому если вы хотите с нами, то поехали! Собачки у нас уже наученные опытом путешествий, поэтому ведут себя хорошо. И Мишка, и малышка, да, мои хорошие? Ради них же поехали. Да. Так нам с ними вот как весело было, да, когда мы в горы ездили? Конечно, с ними так интересно. Они тем более хотят покупаться, жарко. Уже сколько дней стоит жаркая погода, надо искупаться. Их и сами хотим покупаться. Приехали на порт Кавказ, на переправу, и что-то как-то вода грязная. Сейчас выйдем все мы и покажу. Что там у нас? Мишку вырвала. Вырвала? Укачала? Укачала тебе, матушка, ты чё? Не доехала чуть-чуть. Вот сейчас пока, сейчас. Мы на диких пляжах Азовского моря, недалеко от паромной переправы, которая раньше действовала, да, можно было добраться на паромах в Крым. Сегодня здесь практически безлюдно, нету народу, потому что мало кто сюда доезжает, все-таки не близко. Здесь у нас сегодня стоят сети рыболовные, лодки, видите. Но когда мы ехали, мы обнаружили, что вот начиная от Ильича, везде на побережье стоят машины, люди купаются, живут в палатках. Но вода вот такого вот некрасивого цвета. Но это Азов, друзья, это Азов. Мне нравится, что здесь очень красивые виды. Видны корабли, баржи, да, и можно понаблюдать за судоходством. И виден Крым. Он так близко, каких-то, не знаю, наверное, 2 километра, но так далеко сегодня, да? Вроде бы вот, можно, казалось бы, добраться, но нет, уже не ходят никакие пассажирские паромчики, и ехать нужно только до Крымского моста, а это ого-го, как далеко отсюда. Вот они мои сладкие, ой, ой, сладкая моя. Увидела собаку другую. Здесь собачки другие, они охраняют. Поэтому наши лают на них. А эти собачки местные думают, это кто такие тут? Пришлые. Папа хочет потрогать воду. Какая она вообще?
И теплая. Теплая? Вода вроде бы теплая, но купаться в такой грязи как-то не хочется. Мелкие гоняют большую собаку. Решили, что не хотим сейчас здесь купаться, потому что море настолько неприятное, грязное. Едем в другое место. Не ходи. Пойдем. Бойся. Пошли, 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 пошли. Уже боится. Пойдем. Пойдем посмотрим. Пойдем, 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 пойдем. Пошли. Пойдем посмотрим. О, одна уже бегает, все. Девочки, пойдемте, пока, девочки. Пока прикрою машину. Да. Мы приехали в Ильич, поселок на побережье Азовского моря. Пока идем посмотреть берег здесь. Это недалеко от порта Кавказ. Сюда мы еще ни разу не ездили. Это дикий пляж на окраине Ильича. Уже лучше, да. Ксюша, пойдем с нами, вещами. Решили все остановиться здесь. Нам здесь понравилось, потому что людей немного, своя такая бухточка. Взяли вещи и идем на пляжик. Что, мы уже разместились на пляже, у нас с собой даже стол есть со стульчиками. Планируем купаться с собаками. Первым ушел папа. Исследовать дно, какое здесь вообще, камни, песок, ракушка. За ним пойду и я. Ждем ответа от него. Собаки тоже, пока я смотрю, не решаются заходить. Малыша смотрит на берегу. Следит за уходящим вдаль папой. Мишечка! Мишечка! Ой, моя хорошая собака! Ой, тяжелая какая собака-то у нас. Пойдешь купаться со мной? Мишечка, пойдешь со мной купаться? Пойдем. Девочка-то не из легких у нас. Плыли. Сбежал от меня Мишка. Сейчас мы будем плавать. Ой, сладкая. Ну, плавать умеет уже. Она плыла. О, плывет. Плывет, моя хорошая. Ага, камешки, да, дно. А там еще хорошее. Нет, там песок. Оно здесь как ямка видит. Мишка, молодец. Ну все, собачку мы уже охладили. И убедились, что она умеет плавать. Гребла по собачьи. Ну да, собака гребла по собачьи. Логично. Ну что, как вам место? Напишите в комментариях. По-моему, прикольно. Ну, конечно, нужно будет идти.
чтобы была глубина. Но тут уже песочек. То есть на входе там ракушечки, камешки. А так дно песочное, очень комфортно так. Знаете, такой прикол есть. Приехал я на Азов, хотел покупаться. 10 метров иду, 20 метров иду, 30 иду, и никак глубины нет. Смотри, поплывет сейчас. Ой, поплыла. Уже поплыла. Поплыла уже, малыш, молодец, молодец. Ой, молодец, молодец, молодец. Охладится собачка. Молодец. Молодец. Вот молодец, да? Потом стирать можно будет. Да. Мы же мыло взяли. Да, малышок, молодец. Чтоб собак помыть. Если вы ищете дикие безлюдные пляжи, то вам точно сюда. В этом году купальный сезон на Азовском море мы открываем в середине июля. Ну все, я готова окунуться. Неплохо. Не холодная вода, абсолютно комфортная температура воды. Самое то. Если сравнивать с Черным морем, то здесь ты заходишь, и даже ни одна мускула не дрогнет на твоем лице. Ну что, ты искупалась, Сюша? Да. Нормально? Вообще теплая, комфортная. У нас тут с собой абрикосики, которые мы собирали недавно. У нас не только абрикосы, конечно, с собой, но вот сейчас решили начать с абрикосов. Люди все идут, идут. Да, люди все подъезжают и приходят. Самый важный вопрос. Есть ли медузы на Азовском море? Отвечу кратко. Пока я купалась, медуз я не встретила. Ни одна медуза о мою ногу не ударилась. Но если вы пройдетесь по пляжу, то вы увидите, что медузки лежат. То есть они были выброшены штормом. Есть как корнироты, так и аурелии. Аурелии вот такие вот, они безопасны для человека. А вот корнирот, это уже да. При встрече с ними может быть ожог. Поэтому будьте аккуратны, когда вы купаетесь. Сейчас снова хочу сходить с Мишкой поплавать. Поэтому беру ее на руки. Идем. Ну, держи такую собачку. Ну, дома-то нормально же накупалась. Не боится. Надо ее помыть. Постирать, типа, поговорил. Все. Ой, как ты быстро. Думаю, что всем будет интересно, какая температура воды в Азовском море в середине июля месяца. Давайте померим. У меня, как всегда, мой термометр со мной. Ну что, посмотрим, сколько у нас температура воды. 26 градусов. Да я прям Ксюша термостат, я вам хочу сказать. Я угадала. Это именно тот случай, когда в воду заходить одно удовольствие. Не холодно, не жарко. Вот прям идеальная температура. Собак голодными мы не оставили. И им полагается тоже поужинать или пообедать. Вкусненько как? Вкусненько. Все, походу, там наелась уже. Это из-под консервы и хлебушек еще. Как вкусненько кушаем мы. Ой, как хорошо. Все во внимании. Все. Идем мыть собаку. У нас мыло с собой.
Дома же мы моем ее, она нормально себя ведет. О! Малыша караулит. Малыша смотрит. Скоро тебя тоже будут купать. Помоги Сереже ей. Надо одному держать, другому мыть. Да, вот так надо. Намыливать. У нее же еще шерсть сухая. Плохо вы намочили. Нет, просто мыло хозяйственное не это. Побежала собака. Давайте ее здесь намылим, а потом уже там мыть ее. Здесь намыливай ее. Он не мылится почему-то, да? Мишка. Ты почему не мылишься? Потому что мыло такое. Моем, моем. Попу мыть, попу мыть. Нужно каждый день. Попу мыть, попу мыть. Даже если лень. Не могу, это так. Пока родители ушли купаться, я сижу, ем абрикосы. Шляпу мне мама оставила на бережное хранение. Я надеюсь, что вам понравилось это видео так же, как понравилось нам сегодня здесь отдыхать. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и пишите, конечно, комментарии, будет интересно почитать. Поехали бы вы вот такое место отдыхать? Если да, почему? Если нет, тоже пишите, почему. Любое мнение имеет право на существование. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Так что всем спасибо, пока-пока.